Чтобы помнили, Шолпан Абдрахманова принесла в редакцию фотографии письма своего отца, ветерана войны. Сам Дариф Абдрахманов ушел из жизни еще в начале 80-х, но память о нем остается навсегда, рассказывает дочь. Она вспоминает отца со слезами на глазах и гордится, что ее отец готов был отдать жизнь за победу. Дети вспоминают своих отцов. Вот внуков я, например, они хорошо знают деда. Ну, надо говорить. Если не будешь, дети не будут знать, это, ну как, история заканчивается. Сегодня в 4 часа утра, без пятого объявления войны. Дариф Абдрахманов родился в 1021 году, воевал в самых горячих точках, награжден медалью за победу над Германией и орденом Красной Звезды, был участником Волховского котла 42 года. Скучаете? Ой, конечно, конечно. Извините. Конечно. Вы знаете, я как думаю, что те года, может быть, или наши родители, они воспитывались в другом, ну, измерений. Вот мы чуть-чуть взяли оттуда. Я своих детей этому учила. Я своих внуков этому учу, понимаете? Уважать старших, любить старших, понимаете? Любить тогда, пока они живые. Когда они умрут, уже не надо, честно. Пока живые, пока можно говорить, можно ходить. Такой вот. Так что, что еще сказать? Не расстраивай. Да, ничего. Вот такие дела. Спасибо деду за победу. Так принято говорить ветеранам, так благодарят героев победы над фашизмом. С каждым годом их становится меньше. В Шымкенте осталось 7 ветеранов. И пока еще есть время сказать спасибо за мирное небо.